Петров Николай Александрович, мой прадедушка. Он родился и вырос в селе Кужемкино, Тверской области. До войны работал в колхозе. На фронт попал в первые дни войны, в июне 1941 года. Служил в пехоте. Родные и близкие ждали от него весточки, но писем еще не было. И вот в январе 1942 пришла похоронка, в конторе сообщили о том, что Николай Александрович попал без вести. Он отдал свою жизнь ради жизни на земле, ради Великой Победы.